хозяева уехали в Луганск и бросили кота. Кот домашний, ласковый. Мало того, что кота и так был просто шок. А тут еще, что он на улице и с котами оказался. А он очень ласковый, он очень хочет, ну чтобы его любили. Коту вот это вот нужна любовь. Вот видите, Женя сейчас залез на руки, и ему ничего не надо больше. Кот тоскует здесь. У него очень хорошая здесь еда, поверьте. Ну как? Ну лучше, чем у многих животных даже дома. А у него и вот... И хорошие кошачьи консервы, и хороший корм. Он получает мясо ежедневно, и вареную курочку, и сырую курочку. Все, что можно. Но он хочет любви и ласки, он хочет дома. Возьмите рыжего. У него даже характер такой же ласковый, такой же он милый, такой же сколько хороший. Ему? Ему где-то, как и Сене, где-то года 4-5. Молодой, хороший кот. Молодой, хороший кот, кастрированный. Он такой ласковый, как кошка. Хороший. Вон, видите, его даже коты или собаки укусили, у него был абсцесс за ухом. Это вот мы его выбривали, вскрывали абсцесс. Ага. Вот. Лечили. Сейчас вот уже все зажило, и швы уже сняли, потому что большой был абсцесс. Угу. А вы их тут и лечите сразу, да? Да, да.